Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Карен, и сегодня хочу рассказать вам о топовом чите на CSGO, за который вы не получите варбан, и который можно скачать абсолютно без вирусов. Но вот только перед тем, как продолжить это видео, я хочу сделать небольшой конкурс на 100 рублей. Условия конкурса просты, просто ставите лайк под этим видео, пишите комментарий любой на тему этого видео и оставляйте ссылку на свою страничку ВКонтакте, точнее не ссылку, а ID. После этого я выберу рандомного победителя и отправлю ему 100 рублей на любой кошелек, либо Kiwi, WebMoney или Яндекс. Ну и как же без нашего Discord-канала? Как всегда, ссылка будет в описании под этим видео, можете зайти, поиграть с другими людьми, просто попросить у кого-то конфиг вот в этой конфе. Можете также зайти в конфу проблемы, здесь будет полная инструкция о том, как правильно скачивать чит и устанавливать его, а также решение проблем с читами. Так, еще я давно не показывал вам, как же скачать сам чит. В этом видео я хочу это сделать. Заходите в описании под видео и выбирайте одну из двух ссылок. Я, допустим, выберу первую. Переходим и ждем. Так, здесь нас просят подтвердить, что мы не робот. Жмем просто кнопку «Разрешить». И здесь жмем кнопку «Скачать бесплатно». На этой страничке опять жмем кнопку «Разрешить». И ждем, пока заполнится вот эта вот полоска там, где загрузка. Все, полоска загрузилась, кнопка у нас поменяла цвет, просто жмем на нее и ждем, пока у нас скачается архив. Все, архив у нас скачался, теперь создаем просто любую папку, главное, чтобы путь не содержал русских символов, и просто переносим все файлы с этой папки вот сюда. Пароль будет 1234. Все, перенесли, теперь заходим в папку Fonts и устанавливаем все вот эти вот шрифты. Все, шрифты мы установили, это нужно для нормальной работы чита, и теперь запускаем сам лодер. Все, лодер мы запустили. Теперь переходим во вкладку читы и здесь выбираем любой чит. Я выберу чит PPHood. Все, также хочу сказать, что вот здесь вот есть такая вот папка KFG для читов. Заходите, выбираете любой чит и можете установить конфиг, если вам это нужно. Я этого делать не буду, так как мне это не нужно. Все, теперь запускаем саму игру. Все, CSGO у нас запустилось, я немножко просто понизил звук. Кстати, это тот же самый аккаунт с прошлого видео, с Праймом. И, как видим, меня не забанили, то есть за читы ваг не дают. Так, теперь сворачиваемся опять в наш чит. Сейчас я только браузер закрою, чтобы ничего не лагало. Все, сворачиваемся в наш лодер и выбираем чит PPHood. Все, жму кнопку Inject. Теперь в игре у нас должна быть небольшая такая музыка, то есть небольшой звук. И нужно подождать примерно секунд 20, пока мы сможем открыть чит. Все. Чит мы успешно открыли, вот так вот он выглядит, самое последнее обновление. И сейчас давайте перейдем в карту с ботами, и я покажу вам, как работает этот чит. Все, игра у нас запустилась, я покупаю сейчас оружие, также я увеличил время раунда и уменьшил MP фристайм. И еще остановил ботов, чтобы было удобнее тестировать. Все, теперь давайте подбегу к врагам и мы протестируем наш чит.
Так, давайте начнем с самой последней вкладки, это у нас миска. Переходим в нее, и здесь, как видим, здесь сразу есть конфиги. Я до этого устанавливал два конфига легитных, и они у меня здесь есть. Можем их просто загрузить по кнопке load, сохранить по кнопке save и удалить по кнопке delete. Также можно создавать новые конфиги, также есть функция anti-screenshot, то есть чтобы чит не палился на скриншотах. Также можно выбрать тему меню, старая либо новая. К примеру, давайте я сейчас выберу вот такую вот тему. Так, можно поставить также вот такое вот отдаление. Как видим, все это у нас работает. Можно поставить Bunny Hop, можно поставить Air Strafe. Можно поставить также отображение таблицы счета в матчмейкинге. Также можно отображать ранги противников, если они есть. Но, как видим, я сейчас играю с ботами, и рангов у них нету. Так, можно изменять также клан тег, автоприменять матчмейкинг и также лист наблюдателей. Можно также перемещать его. Так, также здесь вот такая вот функция Edge Jump, это новая функция, можете заменить на любую кнопку и проверить, как она работает. А тем временем я нажал на Tab, и как видим, клан тег PP Huda у нас работает. Так, переходим во вкладку скины. Здесь сразу нажимаем кнопку Enabled и выбираем любой скин. К примеру, вот такой вот. Также можно поставить износ, количество стат-трека, можно поставить сид любой, и также можно ввести сам скин. То есть, если вы не хотите вот так вот по названиям, вы можете ввести любой ID. И у вас ID тогда есть, будет другой, и будет другой скин. Видим, все у нас работает. Также можно менять ножи, это вот здесь вот находится. Так, здесь просто ставите вот так вот Knife Take, Knife KT Enabled. Выбираете любые скины, допустим, вот такие вот. И жмете кнопку Update. Я беру нож, и у меня появляется вот такой вот ножик. Очень красивый. То же самое можно делать и с перчатками. Просто выбираем любые перчатки. После этого жмем кнопку Update, и у нас все применяется. Вот такой вот у нас хороший скинчейнджер. Так, вкладка Visuals. Давайте начнем, наверное, с эффектов. Эффект ночной режим, можно вот так вот затемнение экрана такое сделать. Remove Scope — это удалить затемнение по краям экрана, когда вы скопитесь. Remove Zoom — это не будет зума, когда вы зумитесь. Remove Recoil — это удалить отдачу. Как видим, это вот так вот у нас работает. Remove Flash — это удалить флешку. Режим от третьего лица можно поставить. Можно поставить либо вот такой вот, либо замедить его на кнопку и включать-отключать по кнопке. Можно включить также хит-маркер и хит-саунд. Как видим, все у нас работает. Так, другой ESP можем его включить, поставить дополнительный радар. Как видим, когда я нажал кнопку радар, вот здесь появился противник. То есть будет у вас показывать противников. Можно показывать purchases, это покупки у нас, то есть будет показывать, что купили враги. Потом можно показывать также предикт гранат, то есть куда будут лететь гранаты. Можно поставить дополнительный прицел на снайперки. Все это можно выбрать по цвету, чтобы работало. Так, можно поставить также dropped weapons, то есть это оружие, которое вы дропнули. Можно подписывать либо текстом, как видим, вот так вот это работает, либо с помощью Glow ESP. И все это у нас также применяется. И все это также меняется по цвету. То же самое можно сделать и с бомбами. Как видим, это у нас работает. Также можно сделать это с гранатами и с любыми другими вещами. Также можно поставить различные вот такие вот настройки. Так, также здесь вот, такой вот, вот такая вот функция под названием чампсы. Можем их включить. Как видим, у нас срабатывают чампсы. Можем выбирать любые виды чампсов, какие вам больше всего нравятся, и с ними играть. Также есть функция через стенки, чтобы у вас работали чампсы и через стену. Как видим, сейчас вот так вот я стою за вот этим вот врагом, тот другой враг у нас подсвечивается красным. То есть как бы преграда. То есть через преграду у нас вот так вот все это работает. Можно поставить только enemy only, чтобы только на союзников, и также специальные десинг чансы. Так, можно также включить обычное ESP, на тиммейтов также. Можно включить off-screen. Visible only — только когда вы видите противников, то есть через стены работать не будет. Sound only — это только когда противники, допустим, топают, либо перезаряжаются. Bounding box — это вот такие вот боксы.
Можем изменить цвет, то есть видимый это у нас будет, допустим, давайте сделаем желтый. И невидимый, допустим, какой-нибудь черный. Как видим, все у нас спокойно работает. Можно поставить полоску здоровья. Также можно поставить имя, деньги, армора, потом зафлешен ли враг, засколпен ли враг, потом тот, у кого бомба, тот, у кого, точнее, просто отображать оружие, потом информация о перезарядке, информация о патронах, информация о дистанции и также его ESP. То есть все это вот так вот настраивается. Очень все это классно выглядит. Так, следующая вкладка, это у нас Legit. Давайте ее включим, можно поставить автоаим, чтобы само стреляло. И автофайр тоже, то есть эти две функции включаем и будет само стрелять. Потом автопистол, это для пистолетов сделана функция. Friendly fire, это огонь по союзникам. Flash, smoke и visible check, это проверка на флешку, smoke и jump. Так, вот jump check, это проверка на прыжок. Visible check, это проверка на то, видите ли вы врага или нет. То есть будет через стенку даже работать, если вы не включите эту функцию. Only in scope, это только когда вы прицелены. Потом отображение фова можно сделать. Также можно отображать различные кости. Так, можно также поставить отдельно, для какой группы вы настраиваете данный аимбот. Можно либо пистолеты, СМГ, потом винтовки, дробовики, снайперки и другое. Можем вот здесь включить стоп мув, это чтобы мы просто останавливались, когда у нас срабатывает аимбот. Потом кость, это голова, допустим, будет стрелять только на голову. Nearest, это ближайший, то есть к ближайшей кости будет. Scan legs and arms, это то есть будет и на ноги, и на плечи работать. Потом можно поставить P-Silent aim, увеличить FOV, увеличить шансы. И также, когда у нас заканчивается. Можно поставить обычный FOV, можно поставить скорость. Потом можно поставить recoil по X и по Y и рандомизировать все это. Также можно сделать небольшую задержку по убийству. Так, есть такая же функция под названием TriggerBot. Так, вот, включаем ее. Потом Friendly Fire, опять-таки, огонь по союзникам. Zeus AimBot, это AimBot на Zeus. Потом, на что будем настраивать TriggerBot, либо просто на оружие, либо по группам. Так, вот пистолеты, включаем пистолеты. Потом, на какую кнопку будет срабатывать у нас TriggerBot, можете поставить. Потом Hit Chance можете поставить. И выбрать также кости, куда у вас будет стрелять ваш триггер. Как видим, триггер у нас спокойно срабатывает. Так, давайте теперь я отключу эти две функции, перейдем во вкладку Rage и сейчас протестируем эту вкладку. Все, прибежал я к врагам, давайте перейдем во вкладку Visuals. Я хочу включить режим от третьего лица, чтобы показать вам антиаимы. Так, переходим в вкладку Rage, антиаимы, потом включаем их сразу. Потом выбираем слово волк, допустим, на кнопку Shift. Сейчас я найду ее. Так, Shift, и также выбираем скорость. Теперь я иду на Shift, и у нас медленно ходит персонаж. Также сразу можно поставить Crouch, то есть это приседание со слово волком. Можно поставить Fake Duck, это очень быстрое приседание, допустим, на кнопку Alt. Ставим просто кнопку Alt, и у нас быстро начинает приседать наш персонаж. И также я сейчас нажимаю Shift, и у меня очень медленно идет сам персонаж. Так, сможем убрать функцию приседания при слове волки, у нас будет вообще медленно ходить персонаж и не будет приседать. То есть как кому удобно. Можем увеличить скорость, будет ходить немножко быстрее. Так, можно поставить различные антиаимы. То есть, допустим, когда мы стоим, у нас будут вот такие вот антиаимы срабатывать. Десинки, фейк-лаги, допустим, и вот так вот это будет работать. Допустим, когда мы двигаемся, будет немножко другое. Допустим, вот это вот. И когда мы в воздухе, еще один тип антиаимов. Видим, все это у нас тоже работает. Так, потом вкладка AimBot, можем поставить AutoFire, у нас чит сразу будет всех убивать, как видим. Можем поставить AimStep функцию, потом Resolver, это чтобы фиксить антиаимы, потом Silent Aiming, это чтобы срабатывал Silent Aim. Как видим, без Silent Aim сейчас у меня прицел просто переводился от одного к другому. И как только он наводился, начинал срабатывать AimBot. Если мы ставим Silent Aiming, то выстрелы будут моментальные, без доводки.
Потом бэкшутинг — это бэктрек, friendly fire можем поставить, огонь по союзникам. Можем выбрать фов, по которому у нас будет работать. Можем выбрать типа имбота, то есть с отдачей либо без отдачи. Как сканировать врага, тот у кого ближе к прицелу, либо тот у кого меньше хпшки. Потом боди-аимут, это можно поставить боди-аим, чтобы стреляло только в тело, я его не ставлю. Так, потом можно выбрать, на какую группу будем настраивать рейдж-бот, допустим, сейчас выбраны пистолеты. Можно выбрать, куда будет стрелять, допустим, вместо головы можно поставить какое-нибудь тело. Я оставляю голову, потом автостоп, чтобы само останавливалось, автоскоп, чтобы само оно прицеливалось, и астроволк — это немножко прозрачные стены. Можно поставить также хит-шанс и минимальный дамаг, и также можно поставить мультипоинт. Так, вот так вот это у нас, в общем-то, работает. Ну что ж, давайте, допустим, сейчас я загружу наш Legit KFG, который у меня здесь есть. Загружаем KFG-шку, и теперь я знаю, что видео уже на 17 минут получилось. Но, скорее всего, когда я смонтирую, будет чуть меньше. Но все же я хочу сыграть в режиме 2 на 2, вот такую легитную игру, и показать вам, что за данный чит меня не забанит. В общем-то, сейчас я зайду в игру, и мы протестируем наш чит уже в режиме.
Ну что ж, ребят, вот мы и доиграли игру. Конечно, играл я очень плохо с точки зрения элегита. Я постоянно палился, но все это началось из-за того, что враг как-то странно играл. В общем-то, я решил палиться. Но бан мне, скорее всего, не дадут. Вакбан точно мне не дадут, а вот патруль посмотрим. Но за вака меня не забанят. В общем-то, скачать данный чит можно в описании под этим видео. Также ставьте свои лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Карен. Всем удачи, всем пока. With the